Ну что, всем привет, всем бобра бобринского, вам всем настроения. С вами, как всегда, я, Бобр, и сегодня я снимаю для вас новое видео. В общем, сегодня, знаете, в обстановочке такой, кухонной, хозяйственной, потому что сегодня мы с вами будем готовить... Как вы думаете, что? Конечно же, торт. А все потому, что на моем Бобрграме запрещенная соцсеть, которую нельзя произносить, в общем, стукнуло 100 тысяч... Поэтому мы с вами сделаем тортик в честь этого и также еще соединим полезное с полезным, сделаем торт для брата, то есть два в одном, потому что у меня, у брата было день рождения 26-го, а сегодня он приезжает с лагеря, и мы ему, знаете, вот так вручим этот торт, вот так, бум, держи. Вот, поэтому, ребят, я просто в предвкушении, что у меня получится, потому что я никогда не готовила торта, и тут я, знаете, решила испытать себя, узнать, насколько я хозяюшка, поэтому погнали. Итак, заплела сейчас волосы, потому что что? А потому что безопасность – это превыше всего Аркадий Паровозов. Ну, в общем, вот. А я надеюсь, что вам понравится это видео, и вы останетесь со мной, поставьте лайк, напишите свой бобровый комментарий. Кстати, да, насчет бобров. Этот торт будет не обычный, а бобровый. В прямом смысле этого слова, потому что я попытаюсь сделать бобринский торт, бобра на торте. Что-то вот в этом духе. Я надеюсь, что у меня получится, поэтому все, начинаем! Итак, для бисквита нам понадобится 4 яйца, дальше мы берем сахар, 120 грамм, дальше мы с вами берем какао, 40 грамм, дальше мы с вами берем, конечно же, муку, дальше мы берем мед, 80 грамм, ну и, конечно же, соду, чтобы, знаете, так сказать, тесто наше встало. Ну что, я надеюсь, что это не слишком большая, знаете, так сказать, тара. Хотя, вроде бы, знаете, в камере выглядит она не такой, знаете, прям миниатюрненькой. Поэтому возьмем ее. Начинается с вами кукинг. Я сейчас себя ощущаю, знаете, прям таким фудблогером, что ли. То самое вонючее полотенце, которое мама вытирает и руки, и стол, и все, что можно. Фух, как жарко-то у нас. Чтоб вы просто не представляете, насколько у нас тут жарко. Высыпываем. Также берем щепотку соли. Я никогда не понимала, что значит щепотка соли. Или, знаете, соль по вкусу. Вы не можете это написать вот конкретно, сколько там. Пол столовой чайной ложки, да. Именно такие у меня существуют ложки. Ну, что-нибудь конкретику. Мне нужно четко по плану. Я не могу так, когда мне говорят по вкусу или щепотку. Ну что? Пока что мы на таком этапе. Не знаю, когда, как понять, какая белая масса. Ну, вроде бы уже, знаете, вроде бы что-то белое протекает, проявляется в этом. Ну, давайте еще немножко взобьем, чтобы, знаете, наверняка. Ну что, вот у нас что сейчас получилось. И сейчас мы должны растопить с вами мед и вроде как добавить его прямо сюда, прямо в эту жижу. Поэтому, собственно, мы сейчас с вами этим займемся. Вот в сотейнике растопить на медленном огне. Не буду я еще растапливать его, что делать нечего. Мы его просто с вами в микроволновке подогреем. Ну что, я думаю, в принципе, можно, потому что вот что у меня получилось. Мне кажется, то же самое получилось бы у меня на вот этой вот водяной бане. Но с ней, знаете, геморрой вот этого всего. Мы просто так с вами, мы простые люди, мы с вами сделаем так. Ох, какая пенка у меня хорошая получилась, мне нравится. Итак, и написано потихоньку вливать в нашу массу. Сейчас с вами приступаем к сухим ингредиентам. Блин, уж как заговорила, прям, знаете, фуд-блогер. В общем, будем смешивать с вами, получается, муку 120 грамм и какао, все в этой вот тарелочке. И потом потихонечку мы будем это все вбивать в нашу жидкую смесь. Переборщила слегка, отвлеклась на вас, отвлекаете вы меня. Бросаем все это мы сюда. Смешиваем это все сюда, дело. И сейчас надо это тихонечко перемешать, а потом мы должны это все просеять в жидкую массу. Я не знаю, зачем сеять, вот это вот сеять, не сеять. Но, наверное, это что-то важное. Кто... Ой, блин. Так, Соня, не свинячим. АСМР. Красота какая. А пахнет-то как? Пахнет как вкусно! Я в шоке. Да, кстати, а еще я часто смотрю этот, господи, сериал, не сериал, а шоу «Кондитер».
И сейчас кондитер «Дети», как-то так она называется. И я просто в шоке от того, насколько дети гениальные. Они уже в 10 лет готовят какие-то там торты, не торты, десерты, не десерты, пирожные, не пирожные. Я не понимаю, как так? Как? Ну что, сейчас мы все это дело должны с вами перемешать аккуратно лопаточкой, как-то снизу вверх, я без понятия как, ну давайте попробуем. Как-то я видела, это делают очень красиво, но у меня это пока что не получается. Вот какой бисквитик у нас сейчас получается. Вот. И как-то вроде бы даже выглядит профессионально. Сейчас мы будем все это уже ставить, получается, в духовку. Но я не знаю, в какой форме мне это все печь. То, вливаем нашу массу вот в такую вот штучку специальную для тортов. Я не знаю, откуда она у нас дома. Ох, как красиво вытекает. И, наверное... Момо уходит. Пахнет как вкусно. А как доставать-то? Да, я не смешу. Да, мам, что? Ну что? Все, казалось, начинается так красиво, начиналось так красиво, так сказать, но у нас получилось вот это вот, и сейчас я приступлю к крему, вот, надеюсь, что крем у меня получится, потому что, что это такое? Да. Итак, написано, что мы сейчас должны с вами залить желатин по инструкции, инструкция какая-то больно муторно сложная, но давайте посмотрим. 1 столовую ложку желатина. То, все, мы с вами сделали сейчас желатинчик. Он у нас будет стоять, получается, 20-30 минут набухать, забухать, вот это все он делать, а мы с вами приступим дальше. А еще самое-то важное забыла вам сказать. Я поняла свою ошибку и приняла ее. Я забыла добавить соду. Я забыла добавить соду. На часах у нас уже 18 часов вечера, и я, чтобы вы понимали, готовлю с 10, но мы, конечно, ездили сейчас кушать в кафешку, потом поездили на лодочках, я, в общем, все это во влоге расскажу, покажу, вот, но было прям хайпуково. Сейчас продолжаем с вами готовить, я сейчас поставила второй бисквит, заново его повторила, добавила соду, все это смешала с медом, получилась такая прям необычная пенка, прям мне прям зашло, как будто слайм, знаете, делаю, вот, и сейчас он у меня стоит в духовочке, готовится. И мы с вами приступаем к крему. Надеюсь, что крем у меня получится. Смешать, в общем, желатин с сгущенкой. В общем, вот тут вот у нас желатин, который стоял уже больше 20 минут. Наверное, где-то часа 3, а может и 4, кто знает, кто знает. В общем, все это мы вываливаем вот сюда. Сгущенки нам надо 210 грамм, поэтому давайте с вами выльем ее. Ох, ёлы-палы. Сгущенку с желатином с вами оставляем в стороночку. Она пусть пока порежет в стороночке. Сейчас мы с вами будем взбивать сливки. Вот. Поэтому давайте приступим. В рецепте написано, что обязательно, просто максимально обязательно мы должны взять холодные сливки. И, во-вторых, обязательно мы должны их взять 33%. Поэтому мы сейчас все делаем по правилам. Я их держала в холодильнике. 33%. Кстати, такие дорогие сливки. Ужас. 33% стоили, по-моему, вот такая вот маленькая баночка 150 рублей. Ребят, ну я просто в шоке. И, в общем, выливаем сливочки наши вот сюда. Ох, как я. Выливаем. Написано, мы должны взбивать их до состояния мороженого, такого воздушного мороженого. Поэтому мы с вами послушаемся этих замечательных людей, которые написали этот рецепт. И сделаем точно так же. Надо все до конца долить, а то все-таки 100 или 150 рублей за одну баночку. Надо все вылить, все выжить из этих 150 рублей. 150, простите. Оу! Пуки, туки, магните, хайпуки, стакан, покатун, пей-пей, няма-няма. Это состояние подтаявшего мороженого. Да. Да? Ну, как бы да. А как? Ты жужжи, жужжалку включи. Ну что, мы, в принципе, знаете, с вами на финишной прямой.
если это, конечно, можно так ответить, сказать, потому что мы с вами сделали мусс, осталось сделать пропитку, ну, там, в принципе, несложно дождаться наш бисквит долгожданный, надеюсь, что он у меня получится, и уже будем с вами собирать наш тортик, посмотрим, что из этого выйдет вообще. Это, ой, рифмоплетка. Он еще этот пыхтит, прям дышит. Ох, вау! Так, ну что, ребят, посмотрите, какой бисквитик на этот раз получился. Я считаю, что этот, наверное, получился получше. Все потому, что я добавила соду с медом. Вот, и... Это Сан-Франциско. Помогай разрезать. Где длинный нож? Соня, все. Сама не можешь, а? Как ты красиво разрезаешь. Все, готово. Вау. Итак, что? О, что это? А на этом моменте у меня очень сильно перегрелась лампа, и там что-то взорвалось. И взорвалось бы еще. А что это? Итак, у нас сейчас чуть не взорвалась моя лампа, потому что она очень сильно нагрелась, ее невозможно трогать, и у меня сейчас вот тут вот волдырик маленький. У нас нету формы, куда бы можно было сделать, точнее, они есть, но они слишком большие для торта, который мы сделали. Вот, поэтому я сейчас это все буду делать в кастрюле, и надеюсь, как-нибудь у меня получится достать, наверное, берем нашу пропитку из сгущенки и молока, и все это мы сейчас будем с вами пропитывать, добавлять крем. Берем с вами наш второй корж, который первый неудачный себя получивший, короче, да, и как-то... Да что такое? Ничего не получается. Что я делаю? Я забыла про крем. Ужас. Пропитываем. Начинаем пропиточку. Итак, пока ушел брат, сейчас я вам быстренько скажу. В общем, его реакцию на этот торт мы с вами увидим в Телеграме, потому что я там все выложу, посмотрим, вообще понравится торт семье или нет, и посмотрим, что они скажут. Вот, поэтому переходим все в Телеграмчик, там все увидим. Так, ну что, мы собрали наш тортик, и сейчас мы его отправим в холодильник. Что, у нас с вами второй день, как мы готовим тортик. Точнее, пытаемся приготовить тортик, вот. Я его уже достала, так сказать, в кастрюлечке. Он у нас постоял целую ночь в холодильнике. И сейчас у нас будет просто целый челлендж, как его достать из этой кастрюли, собственно. Поэтому мы с вами долго не будем растягивать и просто переворачиваем. Так, что нам понадобится для крема, которым мы будем выравнивать наш торт? Творожный сыр 300 грамм, тут, в принципе, как раз выходит где-то 300 грамм. Дальше сахарная пудра, также масло, комнатная температура, написано самое главное, и шоколад, потому что я буду делать шоколадный крем-чиз. Вот, если вы будете обычный делать, то там, наверное, не нужен шоколад. Наверное, логично. Берем масло, 100 грамм написано, и берем сахарную пудру, которую мы с вами взобьем вместе с маслом. Let's go! Сейчас вот к этой вот, смотрите, замечательной эстетичной массе мы добавляем наш шоколад. Я не знаю, там написано, что надо добавлять темный и только темный шоколад. У меня это молочный, да еще и плюс тут всякие арахис. Ями-ями. Итак, сейчас добавляем наш творожный сыр в эту замечательную аппетитную массу. И будем все это уже взбивать, чтобы в дальнейшем обмазать наш торт. О! Баночки можно будет потом еще оставить. Мама сюда потом свои растения посадит. И все, видите, как экономно, выгодно и экологично. Все, пойдемте взбивать нашу эту массу и уже обмазывать торт. Самое интересное, наверное. А может быть, нет, самое сложное, возможно. Кто знает, кто знает. Ну что, я как-то, знаете, попыталась выровнять тортик, и сейчас это выглядит как-то так. Сейчас прорисуем, вот так, и также Мне кажется, это больше похоже на зайца, чем на бобра. Но мы-то знаем, что это в глубине души бобер, просто который закинулся и думает, что заяц. Ну что, ребята, спустя столько времени, наконец-то я могу показать вам этот скромный шедевр.
В общем, вот такая красота у нас с вами получилась. И да, возможно, вы скажете, что это не похоже на бобра. И да, возможно, вы скажете, что он немножечко такой косой. И да, возможно, вы спросите, почему тут белые точечки. А я вам отвечу, потому что аргумент, я считаю, весомый. Уже в Телеграме с вами увидим реакцию родителей, увидим вообще разрезик, что там за разрезик у нас, увидим реакцию брата, понравится нам или нет, поэтому переходите все в Телеграм, жду вас там, вот. Но мне очень сильно интересно, какой вообще изнутри он, какой он, знаете, снаружи, как бы, знаете, самое главное не красота, самое главное внутренний мир, поэтому мне вот очень интересно узнать, что же у него внутри. Но я надеюсь, что вам понравится это видео, и вы останетесь нашей большой бобровой компанией, и вместе с вами будем строить плотину, вот. Подписывайтесь, оставляйте свои бобровые хайпуковые комментарии. В общем, я вас очень сильно всех люблю, в попу никого не посылаю. Всем пока. А как целовать? Не будем целовать, а то я всю заляпала.